Здарова, уважаемые! Новёхенький Zero to Hero. На этот раз стартуем на молотах. По задачам довольно просто. 12 часов, прокачиваем ношение и зарабатываем достойный капитал. С вас царский лайк и подписка за мои старания. С меня розыгрыш према в комментариях. И если вы скучаете и вы одиноки в своих приключениях, и это грустное существование в мире Альбион вам надоело, тогда вступайте в гильдию White Roses. Тут все по-взрослому. Европейский сервер, убежище в черных зонах. Куча всевозможного PvP и PvE контента. От Авалонок и статиков до СС, ганков и ЗВЗ. В общем, хватит быть одиноким волком. Вступи в настоящую стаю и почувствуй свою значимость. Испытай те эмоции, которые ты не найдешь нигде. Ссылочку на Discord гильдии я оставлю в описании под роликом. Ну а мы начинаем. Что будем делать? Мы должны пройти с вами путь. Желательно до сотого ношения. Одеть обязательно восьмые шмотки. Накопить как бы денег. Денег не будет. Ношения тоже не будет. И будем это делать на молотках. Зачем я иду на аукцион, не знаю. Денег все равно нету. Пойдем найдем первые бабки. Я знаю, как в этой игре зарабатывать первые бабки. Я сделаю выход в молоты. У меня будут билд. У меня будет молоты кузни. Капюшон наемника. Куртка лазучика и сандали я возьму на манну. Это будут сандали, наверное, дьявольские. Ну, в общем, все эти шмотки у меня не каченые. А что по камням? Я выбежал тут в камни, это что ли? Я пока с вами со всеми поздороваюсь, могу спокойно камни собирать. Там просто дело вот в этих порезках. Короче, камень за 112. На 3000 мы тут все продали. Давайте посмотрим, на что мне хватит. Если... Сколько стоят молоты кузни вообще? За 1100. Это уже неплохо будет для начала. Просто возьмем куртку. Хотя бы просто нам, чтобы вот качнуть это колесо, чтобы мы запустились. Все любят молоты. Блин, смотрите, сколько тут камня было. Я там бегал, полкарты оббежал. О-о-о, бездарь на стримлере. Знал бы, где камень растет. Там шмот. Где? Блин, стойте! Как всегда. О! Да куда? Так, мне бы бабок немножко на этот. Тоже, кстати, денег нормально стоил. Сколько стоит мул? Ой, смотрите, на мул денег хватило. Все. Мул? А. Синька! Синька или фиолка? Ну, сейчас пойдет. Все, челлендж закончен. Блин, 14, все. Все. Все, идем в город. Сейчас на все бабки гульнем. Вот это сейчас будет мясо. Нормально? Нормально. У нас получается уже готов 4-4 билд. И можно куда-то идти деньгу подрабатывать. Ой, о, хишка, хишка. Да, блин, не так хишка. Да почему? У меня ничего нету. Вошел в раш, начал раскидывать. Ездили в разные стороны. Помогите! Звучит так, как будто бы сотка тут моя, да? Четыре тысячи за него дали. Сейчас еще вот эту штуку откроем. Ну давайте еще. 200 тысяч опыта. Вау! Просто по баблу улетел. Плюс зачищенный лагерь. Уоу! Редкий сундук еще в семерке. Вы прикиньте. Уоу! Пол ляма почти.
Два мешочка. Нормально. Пошло. Я покажу, как это делает батька. Берет и воргует. Пьет макарек. Просто откуда? Откуда он вывалился? Серьезно? Ну серьезно? Ребят, это 8-е барство, чел на берегах, иди в попу. Пожалуйста. Слушайте, а может его подкрысить получится, как вы думаете? Каковы шансы, что получится челу на берегах подкрысить, если он сейчас дуло стак будет забирать? Мы на него просто влетим вот так вот на ботинках, крысу. Офигел, что ли? Не надо тянуть. Я понял, дядя, я понял. Это была ошибка. А там чел ждет на выходе меня, да? Да, все, короче, ребят, я все. Смотри, тут повсюду челы. Меня просто повсюду уже ждут. Может и нет. Короче, предлагаю держаться рядом с дверью. Там уже один держится рядом с дверью. Ёк, макарёк. В смысле? А, 229, не, реально? Ну и? По этому... Опять ему подкручивают. Я зачем на стримере задрался своим ЗТХ? Ненавижу, сука! Ковнень у нас есть. Ой-ой-ой, нет! Слышали его, он ЗТХ на глине, смотрите. Вот это канал, вот это контент, вот это лут, а не вот эти вот ваши штучки. Магат. Ну давай 800 тысяч уж. Ладно, да ладно. Ж не верится. И 400 тысяч. А еще. Спасибо. Нет, спасибо, правда. Блин, там просто было попросить. Просто говоришь, да еще, а он такой, ну на, получается, и дает. Ладненько. Что волны никого не будет. Честно, меня полетает 10-84 чуваков и заливает. О! Знаешь ли ты, что таит себя седьмое аббатство? А? А? Знаешь? Я не узнаю. Просто не узнаю. В шкатулке маловероятно, что кто-то будет. Ах ты, сука, моя шкатулка. Ах ты, сиска.
Здорово, мужик. Ну что это? Большой красивый этот раз с тобой. Его, а у меня есть? А у меня есть тоже большой красивый, нормально все. Нормально. Большой и красивый. Большой красивый. Это грустно наблюдать, конечно. А вот и я. А, теперь понял. Это, я так понял, были перчатки, и они пересвапались, да? Резко. Теперь понятно. Это старый этот финт мглы. Вы бегаете в перчаточках бегаете, а потом так оп, и вы уже не перчаточки, уже одноручная курса в 7-3, которая вам хлебальничек-то отрывает. Just in visa, закрывай сиська такая. Слушайте, 7 тысяч опыта. Вообще нормально. Тянет в лагерь, смотрите. Надеюсь, ты кровотек словишь и сгоришь просто. А я пока скиллы переставлю, чтобы тебя дубасить. Поспешусь, а ты под кровотеками. Все, начинаю дубасить. Там снизу спешенный чел бежит. Ты видишь, что происходит? Вот ты и приплыл, мужик. Я-то 4-5-1, меня трогать не будут. А ты, кстати, сдохнешь сейчас. Грустно на это смотреть. Ну, кстати, фраг был бы мой. Вау, ребята, it's red key. Вау, сотка, все? Все, что ли? Да в смысле? В смысле? Я этот сундук столько искал ради сотки, что ли? Где 62 мешками? А. Ну, получается, если я взял светлячка, то крыса уже не я, да? Смотрите, как этот чел ищет себе Тимера. Смотрите, как он просто пытается, ну, хоть кто-нибудь, ну, пожалуйста, ну, затимитесь со мной. Чтобы мы вдвоем могли разваливать. А, Куркума, Ланет. Да-да, куркума, брат, всегда в плов добавляю. Да-да, уже, о, фигурин, блин, подцепил меня, смотри. Ты реально подцепил меня. Ну, блин, какой куркума сильный, смотрите. Какой же он сильный. Куркума пошел этот. Не, никто не сражил паука, получается. А вот кто-то бежит. Не успел. Давай там спешивают-то. А, понятно.
О, придурок на шесте, а. Такого вкусного отпустил. Просто маны нету, смотри. Сейчас просто большого красивого нажать и не дать ему уйти от себя. Пошел ты. Ого! Ну, в принципе, говну, говняная смерть. А, что-то мало как будто бы. А, ну тут ничего нету. С пятой шмотки. 160 мешков, ладно. Окей, 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 окей. У меня вторая гигантка сработала, только что держу в курсе. Два больших красивых бьют друг друга. Это ну, серьезно, ну ты вот кровотек на меня. И сейчас тот еще два кровотека. Все, я понял. Плашечки! Сейчас упаду, как бездарь! По факту ты послушала. Может, надо спешиваться, переставлять кнопки вот так вот. Идти к ним. Открываться туда, куда-то там. Приплюснуть курсу вот так вот. Легким движением рук превращать ее в жишку, а потом разворачиваться и идти туда обратно на эту на сферу. Оп. А тут я такой. И никто не видел. Самое главное, никто не видит, никто не знает, куда пропала эта штучка. Победить, если скиллы не буду нажимать, понимаете? Доигрался. Леголас! Ой, вот это плохо. Давай тим, го тим, бро. Значит, там два проста, что ли? Так, пусть они сам разбираются, отдаем. Там два проста! А я думал, подожди, а чё? Не-не, я отдам, я не буду. Подожди, а что происходит? Что? Подождите, шиза или два проста было? Один был за мной, а... За женщин надо вернуться обязательно. А, зацепило, смотрите. Отложенный урон зацепил. А у меня вон обычный сундук где стоит. Бля, только не говорите, что я теперь не сяду. И 15 секунд. Офигеть! Как же я сейчас оподливился жестко. Смотрите, что со мной просто происходит. Да пощадите, женщины! Можно было с этого. Нормально, его моб прессует, смотрите. Да, окей, беги. Вот ты и приплыл, друг. А. Что-то, походу, кое-кто сейчас бездарно умрет. Блин, стражник был одолет. Ну что, паук, состояние закончилось. Блин, что-то зеленый сундук синевой отсвечивает за весь день. Пару раз, наверное. Нифига себе. Даже с лутом. Аж не верится. Сейчас насоветуете, а потом сами же не придете. Да, задыха на удочке. Да, да, продолжайте. Я вот лутану сейчас фиолку. На 1,3 миллиона уйду отсюда.
В смысле? Да, еще фиолка, еще второй шанс вытащить 2 миллиона. Вот, 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 вот. Теперь это похоже на нормальный сундук. Это прям халява. $87 000 я за него получил, но я с кошелем сейчас вырублю. Ой, тут 290. У-у-у, сейчас увижу. Все. Я добил. Смотрите, тут по балансу, кстати, нормально на аукционе лежит. Тут 300, тут что-то 300, 200. То есть здесь на баланс, на, ну, на аукционе что-то в районе полутора, может быть, максимум 2 миллионов. Полторашка наберется. То есть, в принципе, это 8-9 миллионов. 9 миллионов за 12-13 счетов на молотках кузни. С нулевыми мастерками, с нулевыми этими историями. С нулевым ношением. То есть мы добили сотое ношение на молотках. Прям вот закрыли. Там, за 12-13 часов мы закрыли поезд с молотом. При этом мы в основном, ну, в Англии в открытом мире тусовались. И мастерка на молотках у нас 73-я.